А перед началом этого видеоролика хотел вам порекомендовать канал Мика Сталкер. Парень своими руками делает экипировку и крутую атрибутику из игры Сталкер. Обозревает свои поделки, а также пневматику, ножи и другие клевые вещицы. Заходите, ссылка в описании. Давайте я для затравки анекдот расскажу. Вам он понравится. Параноидальный шизофреник заходит в бар. Ах ты, тварь! Получится! Отвали! Здорово, народ! Сегодня я покажу, как своими руками сделать вот такие кастеты из фильма «Легенда». Смотри, что у меня есть. Материалом для наших кастетов послужит 8-миллиметровый МДФ. На нем я уже обрисовал по чертежу линии пила. И после того, как просверливаем отверстие для полотна лобзика, начинаем выпиливать заготовки. Их будет 4 штуки, по 2 на каждый кастет. Выпиленные заготовки склеиваем между собой при помощи столярного ПВА-клея. И фиксируем зажимами. На второй кастет мне не хватило зажимов, и я зафиксировал его с помощью вот такой вот струбцины. Дальше идет обработка наших кастетов. Первичная или грубая обработка делается с помощью гравера. Я взял узкий наждачный валик, так как таким удобнее подравнивать ямки между колец для пальцев, а также их отверстия. Убираем перепады между слоями кастетов и снимаем угловатости. Делаем их более закругленными и сглаженными, как в оригинале. Все это выполняется при помощи наждачной бумаги средней зернистости. Лучше один раз не полениться, чем 100 раз пожалеть. Чтобы не было видно стыков между слоями, нужно по краям промазать их шпаклевкой. Такая обработка делает их гладкими, и они будут приятно сидеть в руке. После высыхания берем мелкозернистую наждачку и снимаем все неровности и излишки шпаклевки. Не забываем и про внутренние поверхности отверстий для пальцев. Кастеты практически готовы, остается стадия покраски. Перед самим процессом покраски их нужно загрунтовать латексной базой. Сделать это в один этап не получится, поэтому грунтуем сначала внутреннюю поверхность отверстия и переднюю часть. Ждем, пока высохнет, а затем грунтуем все остальное. Друзья, кастеты готовы. Их остается только покрасить. Буквально сейчас сбегал, купил вот такую краску. Начинаем. После того, как краска высохнет, надо их будет полачить.
Чтобы со временем краска не обдиралась, пролачиваем наши кастеты глянцевым лаком. Друзья, если вам понравилась моя работа, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут много интересных проектов. До встречи в следующем видео!